Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу мод на мини-карту для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, после установки данного мода в левом углу у нас появляется такая точка. При нажатии на эту точку у нас открывается мини-карта. Сейчас она у меня начинает прогружаться. Да, мини-карта, кстати, нужна. Она очень требовательна к девайсу, поэтому вам понадобится мощный девайс. И после установки данного мода у вас намного снизится FPS в игре. Да, я не знаю, с чем это связано, но FPS снижается. Также мы можем приблизить или отдалить нашу карту. Вот как видите, мы приближаемся к животным, и на нашей карте отображены коровы и овцы. Ну, когда мы удерживаем нашу карту, у нас открываются ее настройки, где мы можем выбрать, сколько она будет использовать FPS. Да, если вы выберете один FPS, то карта у вас будет подлагивать, а сам Майнкрафт, к сожалению, перестанет лагать. Да, но зато будет сильно тормозить карта. Вот как видите, она очень сильно тормозит, не успевает даже прогружаться. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.